В данной памятке указан номер телефона доверия Департамента по противодействию коррупции. В случае нарушения закона сотрудник полиции или водитель должен позвонить по телефону доверия и подробно рассказать о факте коррупции. В рамках акции «Не давай, не бери взятку» проводится определенная работа. Теперь на всех машинах сотрудников полиции будут предупреждающие наклейки. Мы проводим проверку, в случае износа или пропажи памятки сразу приклеиваем новую. В прошлом году в регионе зарегистрировано 3 факта получения взяток. В соответствии со статьей 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50-кратной суммы взятки или лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Мы регулярно проводим разъяснительную работу с сотрудниками. Все обязаны не нарушать закон в ходе рабочей деятельности. Эти памятки предназначены не только для сотрудников полиции, но и для водителей. Стоит отметить, что в случае задержания сотрудника полиции к ответственности также будет привлекаться его непосредственный руководитель. Главная цель акции «Не давай, не бери взятку» – искоренение коррупции. Она будет продолжена и в дальнейшем. Анель Бисенбаева, Байбулат Ерканат, Павел Соловьев, Шокан Таукиев, Кокши Акпарат.